канун Дня семьи, любви и верности в юго-западном районе Чебоксар прошел фестиваль «Вместе веселее», в котором приняли участие воспитанники столичных детских садов, их родители и воспитатели. На семейном празднике побывала и наша съемочная группа. На площадке перед 50-й школой выросло целое ромашковое поле. В руках дошколят – символ грядущего праздника. Здесь собрались воспитанники 5 детских садов Чебоксар. Всего в мероприятии приняли участие более 100 человек. За победу в конкурсах боролись 15 семей. Отличная погода как раз для того, чтобы мы участвовали в таких мероприятиях, получали заряд энергии. Нам с семьей очень приятно тут побывать и попробовать себя в данных соревнованиях, показать, какие мы. Праздник не только повод повеселиться, но и узнать что-то новое. Взрослые рассказали малышам о семейных традициях и ценностях, а также об истории возникновения этого праздника. Педагоги отмечают, такие мероприятия необходимы. Именно с раннего возраста у детей формируются начальное знание о добре и справедливости, любви и верности. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика.